Он поднимает священников, способных пророчествовать эти новые судьбы. Священников, которые видят надежду и пророчествуют надежду. Которые способны вместе с самого глубокого отчаяния увидеть совершенно другую перспективу. Потому что Бог определяет по-другому. Когда происходит усыновление ребенка, его судьба меняется. И Бог собирается дать нам народы. Народы. Ему нужны глаза, ему нужны уста и сердца священников, которые способны согласиться с ним, а народа,